Здравствуйте. В Барнауле пройдет этап Кубка вооруженных сил по армейскому рукопашному бою на призы Героя России Владимира Шаманова. О важном спортивном мероприятии мы поговорим с вице-президентом фонда «Лидер», одним из организаторов турнира, Максимом Липовиком. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Давайте, во-первых, расскажем нашим телезрителям, что же это такое армейский рукопашный бой, что это за вид спорта, когда он появился? Ну, армейский рукопашный бой – это профильный вид спорта в вооруженных силах Российской Федерации. Появился он в далеком 79-м году, да, еще в СССР, на базе 242-го учебного центра ВДВ. Сочетает в себе этот вид спорта ударную технику, борцовскую также. То есть, по сути, является универсальным. Это любопытно. То есть он отличается и от самбо, и от дзюдо, и от кикбоксинга, да? Или он все это вместе... Он вот сочетает в себе, сочетает, вот, да? Как было сказано ранее, и борцовскую технику, это дзюдо, самбо и ударную, это бокс, кикбоксинг, в том числе и ногами. Там ножи, то есть, не применяются, да? Нет, ножи не применяются, применяется ударная техника, угу. То есть, что максимально приближено к условиям, ну, к боевым условиям. Угу, угу, угу. 79-го года, а в Алтайском крае когда появилось у нас? В Алтайском крае первый клуб появились в 2004 году, но аккредитацию получил в 2010 году и стал самостоятельным официальным видом спорта. А скажите, как вот это вообще все происходит? Вот какие там правила? Что можно и руками, и ногами бить? Вот нужно что, противника уронить? Или там по баллам, как в самбо, что? Или как в дзюдо, удушение? Что там? Нет, нет, безусловно, там правила присутствуют, и достаточное количество. Ведется подсчет по баллам. То есть, баллы, да? Да, судьи считают баллы, и по итогу, если не было там досрочной победы либо нокаута, вносится решение судей, по которому определяется победитель. Они в перчатках? Конечно, да, присутствует. Что отличает от других похожих видов спорта — маска, угу, которая защищает лицо от серьезных повреждений. Допустим, в ММА либо в панкратионе этой маски не присутствует. И... Ну, это травматично достаточно, да? Достаточно, да, но... Ну, я думаю, что вот более гуманно все-таки в маске. Конечно, безусловно. Да. Потому что главная цель — не разбить друг друга лицо, все-таки победить. Спортивное соревнование, это как ни крути. Да, это, безусловно, имеет отношение, прямое отношение к спорту. Ну и вот ваш турнир на призы Героя России Владимира Шаманова. Когда впервые стали проводить у нас в Алтайском крае? Я так понимаю, что ваш фонд «Лидер» является одним из тех, кто его проводит, да, регулярно? Да, наш фонд стоял у истоков 6 лет назад. Скажем так, группой инициативных лиц, в которую входили и ветераны боевых действий, и общественные деятели, было принято решение о создании вот этого турнира и проведении его как раз-таки на территории города Барнаула. Он, получается, региональный, там, не знаю, международный, общероссийский? Он имеет статус общероссийский. Это Кубок вооруженных сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою. А кто будут участниками? Там возрастные категории, либо должны быть военнослужащие, тоже есть какие-то ограничения или нет? Вообще нет, ограничения есть. От 18 лет участники могут быть, и присутствуют как и гражданские, так и военные. Тем самым уровень турнира возрастает, и сложнее его выиграть становится. Да, на самом деле. А цели и задачи вашего турнира, для чего вы проводите? Ну, понятно, что зрелищное спортивное, да, мероприятие, но кроме этого, ну, что вот участники могут, да, получить? В первую очередь, это, конечно, популяризация здорового образа жизни и в нашем регионе, ну и в принципе по стране. Это формирование положительного образа службы вооруженных сил Российской Федерации. То есть, получается, он все-таки под эгидой наших вооруженных сил происходит, да? В том числе, конечно. Проходит, да? Ну, здесь и присутствует и патриотическое воспитание молодежи, и, опять-таки, вот спортивная составляющая. А вот победитель, он какие-то корки получает, у него появляется, не знаю, какая-то мотивация тоже. Может, звание, кстати, если, ну, он вот служит в армии? Безусловно, получает. Этот турнир имеет статус мастерского. С 2015 года нам удалось добиться того, что этот турнир стал мастерским. То есть, выигрывая турнир имени Шаманова, спортсмен получает звание мастера спорта Российской Федерации по армейскому рукопашному бою. Угу. Он только у нас в Алтайском крае традиционно проводится, да, или тоже в других регионах? Все 6 лет подряд проводится на территории Алтайского края, в городе Барнауле, так как Владимир Анатольевич сам является нашим земляком, поэтому вот концепт вот этого турнира, он в этом и заключается. А он в этом году приедет к нам? Да, приедет. То есть вы ждете его? Мы ждем, готовимся. Он будет в жюри или просто как почетный гость? Он будет как почетный гость. Где будут проходить? Сколько дней у вас будет длиться этот турнир? Турнир будет проходить 1 и 2 ноября. Финальные бои состоятся в 16:00. 2 ноября в спортивном комплексе «Победа». А сколько всего участников? И вот чтобы дойти до финала, сколько нам нужно побед?
Ну, участников порядка 120 человек из 11 различных регионов Российской Федерации. Ну, по регламенту у спортсменов должно быть в день не более 4 схваток. Ничего себе. 120 из 11 регионов, вы сказали. Да, это... география достаточно большая. Это и центральные, и южные военные округа, и Сибирский федеральный, естественно. Это получается, почти во всех регионах есть свои клубы, да, вот армейского рукопашного боя? Или нет? Или не обязательно? Или это только вот как раз воинские части, где стоят? Клубы, безусловно, присутствуют, но это касаемо именно воинских частей. То есть это ведь и воздушно-десантные войска, и войска специального назначения, спецназ. Это и разведчики, и танкисты, артиллеристы. То есть, как я сказал ранее, это профильный вид спорта в наших вооруженных силах, поэтому проблемы с бойцами... такого уровня точно не возникает. Получается, есть правила, да, определенные? Наверное, есть даже книжки, да? Но вот я просто знаю, что в основных там видах борьбы есть там свои приемы, да, так называемые. Здесь вот какие приемы там используются? Удары там рукой, ногой, броски, это все тоже регламентировано же, да? Это же не просто так вот, как хочешь, так и бей. Это все допускается также, допускается добивание ногами в голову. Это да, жестко. Нет, ну... Ну, понятно, да. Все, как говорится, в рамках правового поля. Да. Вот. Есть, конечно, вещи, которые запрещены. Это удары локтями в затылок. Ну, там достаточно много правил, если сейчас подробно описывать. А кто будет судья у вас? Откуда судью пригласили? Или вы свои будут у вас судьи? Сейчас, нет, безусловно, судьи будут не только из нашего региона. Конечно, это будут представители команд различных, но сейчас это все на стадии утверждения, поэтому однозначно я не готов об этом говорить. А вот про свой фонд «Лидер» расскажите тоже. Это тоже что? Это клуб спортивный? Кто вас там занимается? Чем вообще занимается ваш фонд? Ну, вообще полное название — это Алтайский краевой фонд спортивного и военно-патриотического воспитания «Лидер». Как понятно из названия, мы занимаемся спортивной и военно-патриотической направленностью. У нас есть спортивные клубы, в которых мы тренируем ребятишек, взрослых, но акцент все-таки делаем на допризывную молодежь, скажем так, по следующим направлениям. Это и армейский рукопашный бой, о котором мы сегодня говорим, и боевое самбо, и панкратион, и вот эти все виды спорта. А какого возраста у вас ребятишки? Тоже любого возраста? У нас, начиная от 6 лет, присутствуют воспитанники, поэтому, как бы это грозно не звучало, армейский рукопашный бой, но он абсолютно безопасен, и там очень много и элементов и борцовской техники, и какой-то гимнастической, поэтому как развивающий вид спорта он абсолютно пригоден. Девочки есть? Девчонки, да, тренируются. На самом деле? Да, серьезно. Ну, то есть возраст не ограничен, а количество у вас сколько ребят? Ну, вот в среднем в год приходит. В год у нас порядка 300 воспитанников. Ну, стоит вообще сказать, что этот вид спорта, армейский рукопашный бой, достаточно популярен. В крае у нас насчитывается более 1500 воспитанников во всем Алтайском крае. Вот, федерация находится в городе Заринске. Возглавляет ее Нартов Данила, который также причастен к организации этого турнира. За что ему большое спасибо. Угу. А вы еще какую-то общественную деятельность, да? Да, конечно. Вот в 2014 году наш фонд подарил городу спортивную площадку. Это первая в крае сертифицированная спортивная площадка для занятия воркаутом. Такое уличное направление, подтягивание, ну, все различные вот эти вещи, которые можно делать на турниках. Ежегодно на День защиты детей мы проводим спортивно-патриотические праздники для ребятишек. Ну, я знаю, что занимаетесь детьми из неблагополучных семей, да, на самом деле? Да. Они бесплатно у вас занимаются? Они занимаются у нас абсолютно бесплатно. Ребята из неблагополучных семей, если можно так сказать, воспитанники детских домов совместно с УВД города. Мы проводим различные программы для них. И помимо того, что даем какие-то базовые спортивные вещи, но и занимаемся морально-нравственным воспитанием. Mm-hmm. То есть пытаемся заложить ребятам какие-то такие базовые ценности, которые им пригодятся в повседневной жизни. Mm-hmm. Например, давайте еще раз пригласим телезрителей, где, когда пройдет турнир. Турнир пройдет 1-2 ноября в спортивном комплексе «Победа». Ждем. Все время? Время финальных боев 2 ноября 16:00, а начало в 9 утра. Будет интересно, зрелищно, приходить. Хорошо. Большое спасибо вам за беседу. Удачи, до новых встреч. Спасибо, до свидания. Я напоминаю, что мы говорили о Кубке вооруженных сил по армейскому рукопашному бою на призы Героя России Владимира Шаванова. О важном спортивном мероприятии мы говорили с вице-президентом фонда «Лидер», одним из организаторов турнира, Максимом Липовиковым. Спасибо за внимание, до встречи.